Всем салют, меня зовут Иван Реверс, это Room Records FM, новый формат, рубрика сэмплирования. В этот раз мы рассматриваем минус из песни «Время». Когда умрем, мы станем грудой праха, пока живем, хрупкое стекло без страха. Когда умрем, мы станем грудой праха, пока живем, хрупкое стекло без страха. Минус писал Влади из Касты, и это слышно, и позже я вам расскажу почему. Давайте сразу послушаем оригинал. Итак, я вырезал этот сэмпл, сделал его в нужном темпе, наложил шип пластинки, чтобы это было как у песочных людей, и давайте послушаем, что получилось. И он повторяется. Почему я в самом начале говорил, что можно сразу определить, что этот минус писал Влади? Да потому что здесь используется звук из композиции. И этот звук Влади часто использовал аж до альбома «Феникс». Давайте послушаем. Отдельно этот звук звучит так. Я добавил реверберации и дилея, чтобы звучало богаче. Давайте послушаем его с сэмплом. Дальше вступает басовая линия и вместе с ней кик. Давайте послушаем. Я буду играть партию баса. Как вы услышали, вступил снейр. Кстати, его вы можете скачать у нас на сайте roomrecords.com в драм-китах. На протяжении всего минуса играет два бита. Давайте послушаем первый. Теперь послушаем второй, у которого более тяжелый снейр. Следующая партия – это мелодия синтезатора, и она не сэмплирована. Так, давайте ее послушаем, как она звучит в минусе. Я включаю все дорожки, то есть это сэмпл, бит, бас, ну, кроме синтезатора, я его буду играть. И наш сэмпл из ESG. Следующая партия – это партия аккордеона. Давайте послушаем. Если я не ошибаюсь, это партия аккомпанемента из синтезатора PSR-530. По-моему, там такая есть. Так что, у кого есть, проверьте. Это была рубрика сэмплирования. Меня зовут Иван Реверс. Это Room Records FM, новый формат. И еще хочу сказать, сейчас мы готовим сольник Миши Финта. Он будет называться «Верность». Выйдет он совсем скоро. И еще, на сайте roomrecords.com вы можете найти оригиналы сэмплов известных русских рэп-исполнителей, а также их драм-киты. Салют!